Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас будет интересное и разговорное видео. В этом видео я вам расскажу, что добавят в будущем обновлении. Оно выйдет совсем скоро, буквально на днях, я думаю, на этой неделе оно точно должно выйти. И сегодня я вам зачитаю все, что добавят, ну, из того, что я знаю. У меня есть список обновлений, и я вам буду его читать, в принципе. А на фоне вы просто будете видеть игру. Также не забывайте вводить маник при регистрации, он будет, если что, в описании. Если вы ведете прокачать с третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч я дам вам, поэтому обязательно вводите мой ник при регистрации. И также не забывайте подписываться на мой инстаграм, там выходят фото из моей жизни, поэтому обязательно подписывайтесь, ссылка на мой инстаграм будет в описании. Итак, давайте начнем. Во все бары будет добавлена возможность подбросить монетку, сделав при этом ставку на ожидаемый результат стороны падения монеты. Орел и решка, процент с игры будет уходить владельцу заведения. Также будет лаунчер, он станет доступным для загрузки вместе с обновлением. Добавят отели. Это будет бизнес, если что. Вы сможете привести свой отель, выставив цену за проживание и прочие услуги. Новое донат-меню с новыми ценами и услугами. Плюс добавлена продажа гелика и Ямахи. Также можно ставить рыночную палатку где угодно. Ее можно будет купить в донате. Был создан новый бизнес, Eruv Milans. Я не знаю, что это за бизнес, сейчас прочитаем. Это практически полная копия его реального прототипа. Отличие только в том, что здесь ставкой являются биткоины. Владелец назначит дату лотереи через сутки, 3 дня, либо же через неделю. За это время другие игроки могут за биткоины купить неограниченное количество лотерейных билетов, в которых нужно выбрать 5 цифр из 50 и 2 звезды из 12 возможных. Суть лотереи состоит в том, чтобы как можно цифр и звезд совпало с результатом. Чем больше совпадений, тем больше выигрыш. Все биткоины с продажи билетов идут в призовой фонд, а значит размер фонда напрямую зависит от продажи билетов. Выиграть можно как в онлайне, так и в офлайне. Вам просто нужно отправить в кассу этого бизнеса за вашим выигрышем. Лидерам фракции добавлена возможность изменять название рангов своей фракции. Мы также добавили около 20 новых бизнесов по всей карте. Кстати, теперь компьютер находится в подвале вашего дома. Теперь компьютер, короче, будет находиться в подвале наших домов, короче. Ну, если у вас есть подвал, то там будет находиться компьютер. Можно посмотреть топ игроков сервера с наибольшим количеством биткоинов. Также работа над оптимизацией будет сделана. Это основные пункты. Все остальные будут видео при релизе, обновы и в посте. Ну что ж, вот я вам рассказал самые основные обновления, которые добавят. Я считаю, что это круто, потому что добавят 20 новых бизнесов, добавят новый модпак, будет свой лаунчер, пацаны. Поэтому это реально очень круто. И в донате можно будет купить Ямаху и гелик. Это самые такие топовые транспорты на сервере, которые пройдут за очень дорого. В модпаке добавят, если что, 25 новых автомобилей, пацаны. Это довольно-таки много. Сейчас как бы модпак находится в тестовом режиме, но уже с обновлением его добавят, получается, в лаунчер там и добавят сам лаунчер. Я думаю, это очень круто. Будем ждать это обновление. Как бы я бы мог зайти там на тестовый сервак, но там пароль поменяли, короче, ну неважно. Я считаю, что лучше я вам просто расскажу, а уже когда выйдет само обновление, я вам все покажу подробно, мы это посмотрим, оценим там и так далее. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока.